Так, привет, дружище. Давай сразу начнем. Сразу объясню ситуацию. Я большущий фанат игры под названием Red Alert 2. Даже серии игры Red Alert 2 и Red Alert 2 Yuri's Revenge. Для меня это, наверное, одна из самых лучших таких, это получается, RTS-стратегий, если я не ошибаюсь. Вот для меня это просто одна из лучших игр вообще всех времен и народов. Столько у меня с ней воспоминаний. Вы не представляете, сколько раз я школу прогуливал, сидел в интернет-кафе ради этой игры. Это было просто, это было сумасшествие. Потом еще Generals играл, но это уже было немножко не то. Но вот Red Alert, Red Alert 2, Red Alert Yuri's Revenge, это было что-то. Вроде бы на E3, на какой-то недавний, то ли прошлый, то ли позапрошлый, показывали игру Command Conquer, типа там, ну не Red Alert, но как бы похожая серия игры. Вот, смотри, типа Rivals они выпускали. Здесь у меня что-то Google Play заглючил, я ее даже скачать не могу. Ну и хер бы с ней, ну реально плевать. Вот дико похер, потому что это как бы не Red Alert, ни хера. Я про Red Alert, ребята, с удовольствием бы заново прошел бы вместе с вами на стримах, либо видосики даже попилил бы, потому что, ну, сука, блин, ну это интересно, честно вам скажу, это реально классно. Но игра настолько старая, что ее, то есть, никакой не OBS, ничего не может захватить. То есть никаким образом ее показать не могу. Если только знаете, как снимать, с камеры монитор снимать. Вот настолько все плохо. Потому что, ну, никаким образом, короче, не фигачится. Теперь, что мы делаем? Сегодня у нас рубрика «Что там в Google Play?» И такой, скажем так, не знаю, ностальгический выпуск, не ностальгический. Command Conquer, типа, от разработчиков, или они там что, лицензию купили. Это все залупа полная. Идем дальше. Art of War когда-то, я помню, играл в самые-самые первые части на старых телефонах. Игра была очень простая, как бревно. Но в то время для телефонов это было круто. Я не знаю, пишите в комментариях, поставьте лайки. Может быть, я тоже ее сниму. Тем более, тут последняя часть, 5 миллионов скачано. Но мы идем в другую сторону. Смотри, тут какая-то Red Sun. Сейчас мы... Ох ты! Это какая-то даже пародия на Red Alert. И что-то так достаточно, я скажу вам, похоже. Вот, слушай, может быть, мы ее тоже как-нибудь скачаем? Но не сегодня. 99 рублей стоит. Не знаю, стоит она этих бабок или нет. Но... Мы глянем, но мне кажется, в любом случае залупень будет полная. Но тут есть игра «Красная тревога». Это, по сути, дословный перевод Red Alert. И все в такой же стилистике, да, там фау-фау-фау. Ну, это понятно, это не разработчики игру делали, ребят, это не разработчики, ну, то есть это не правообладатели делали, но тут такой, мягко говоря, тонкий намек, ребята, на серию игр Red Alert. 2,9 оценка. И я предполагаю, что это говно. Но мы ее скачаем, пацаны. Мы ее скачаем, и я вместе с вами поплачу. А что, казалось бы, нужно было сделать? Вообще серию Red Alert, я не помню, какая фирма производила, но я помню прекрасно, что все права на все это дело перекупила компания EA Games. И в конечном итоге... из игры сделали просто какое-то говно. Вышла третья часть Red Alert, которая мне вообще никаким образом не зашла. Там просто, блядь, там просто, блядь, пиздец был, ребята. Ну просто, блядь, я не знаю, вот кто постарше, кто моего возраста, вот напишите в комментариях, кто фанатился Red Alert, там, да, там вторым, возможно, первым или там вторым Yuri Revenge. И потом играл в третий Red Alert. Но это ж полная залупа, ребят. Ну, согласитесь. Хотя есть, конечно, те люди, кому эта тема понравилась. Ладно, открываем это дерьмище. Ох ты, божечки. Ох ты, божечки. Проверка версии. О, боже. Проверка версии. И чё, и сука, сколько ты, блядь, 2 часа будешь эту версию проверять? Ну, конечно, выглядит, да, там, красная тревога. Ну, как обычно, у нас что там в Google Play, ссылку я оставлю в описании, если не поленюсь.
Ты серьезно, блядь? Вот ты сейчас будешь минуту это говно проверять, да? Сука, бля, я хотел ностальгическое видео, сука, записать. Короче, не знаю, он, сука, проверит эту версию или не проверит. Он меня просто мат-перемат. Я как начал вспоминать эту блаженную игру, и мне так обидно, что я даже ее вам показать не могу. Я даже в нее сыграть не смогу. Потому что, ну вот, не захватывает OBS Redalert. Вот хоть ты усрись, хоть там кругом насри, хоть в небо какай, не знаю, никаким образом не получается ее захватить. Может быть, через карту захвата что-то как-то получится, но я думаю, что нет. И что у нас получилось? Оказалось бы, как можно... Сука! Загружаются какие-то ресурсы. Оказалось бы... Сука, как это начало все орать. Давай как гость зайдем, не хочу я. Ни через Facebook, ни через что заходить. Даже такая, типа, какая-то... Ну, не то чтобы похожая стилистика. Бля, ну это просто, это недопиленная игра. Это недопиленная игра, то есть это какая-то залупень. Сука, давно такого говна не было. Да, это ж в какую жопу Google Play я залез, что даже, то есть, ну... Ну, типа, даже поиграть, сука, нельзя. Блять, бесит. Вот у нас сегодня супер вот такой вот обзор, наверное, будет, в который мы даже не поиграем. А вообще, как могли бы EA заработать бабок? Выпустите, просто портируйте на Android и на iOS игру Red Alert 2 Yuri's Revenge. Бесплатно портируйте ее, улучшите графику, ну и сделайте тоже PvP-режим какой-то, и там уже какие-то внутриигровые покупки замутите. Бля, бабла бы вы срубили просто немерено. Но как бы нет, вы какую-то залупу выпускаете. Нет, у нас сегодня просто офигенный World of Warships Blitz. На корабликах, да, мы типа плаваем, да, ну, портировали компьютерную версию, оно и понятно. Слушай, а вот хочется, знаете, какую-то стратежку по типу Red Alert'а. По типу Red Alert, Red Alert Израиль. Red Sun RTS. Стратегия PvP. Что это? Ну... Смотри. Это вроде та же херобора, которую, скажем так... которая стоила вроде 90 рублей, да? Оценка 4. Есть смысл ее качать? Все отзывы. Ага. Ну давай установим. 500 тысяч скачиваний. Ну я думаю, что там такая залупная графика будет, что пипец. Наша задача, ребята, найти какую-то хорошую RTS-стратегию для андроида. Наша задача, вот пишите в комментариях, вот чтобы напоминало Red Alert. Блять, ты посмотри, это говно просто вылетает. И как вот, типа, бля, о чем я базарю? Red War Alert RTS. Звездный десант Красной Армии. О, бозыски. О-ля-ля. О-ля-ля. Конечно же, обязательно дирижабли. Бозочки. Ой, это супер у меня. Ну, тут по сути, смотри, да? Art of War. И они причем очень классные такие, красавчики. Они хэштегнули игру свою под Red Alert 2. Ну, давай подробнее посмотрим. Вот... Две фракции со своими особенностями. Когда-то давно в эту херь я играл. Короче, у меня сегодня вот такое, знаете, разговорное видео, в котором я даже не смог ни во что поиграть. Не знаю, пишите в комментариях, давайте затестим вот в следующий раз эту игру. Конечно, те, кому надо, они уже ее знают.
Вот, и как бы так вот. Те, кому надо, они уже знают. Я никого не удивлю, тут сколько тут? 5 миллионов скачиваний. 5 миллионов, друзья. Ладно, ну, наверное, уже в следующем видео мы ее скачаем, да? Попробуем поиграть, потому что сейчас уже все. Сейчас, пацаны, мы обосрались. Просто ностальгическое видео о Red Alert 2. Вот мне просто интересно, кто... Вот напишите в комментариях, кто, блин, сука, такой же тупорылый фанат этой игры, как и я. Да, многие могут поспорить, что StarCraft это тест-стратегия всех времен и народов. Но я, сука, скажу, что это Red Alert. Ну, кто-то еще может сказать, что Warcraft, Frozen Throne. Ну да, 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 это тоже классная стратегия. Хотя StarCraft я еще не любитель был играть. Вот Warcraft, Frozen Throne я любил рубиться. Бля, аж классно было, сука, может поностальгировать, скачать. И что еще? Что еще? Еще я любил... Да, и Red Alert. Еще в Generals иногда играл. Так более современно, чем Red Alert выглядело. Generals тоже прикольные были. Можно было порубиться, но не то. Но не Red Alert. А в Red Alert там была, сука, своя какая-то такая, знаешь, блядь, атмосфера. Ух! А сейчас, блядь, ни на компьютере что-то таких подобных игр нету. Ни на телефонах. Ну, может быть, в следующий раз затещу это, но не факт. Короче, ладно, извиняюсь за такое видео. Вроде у нас сегодня рубрика, типа, чё там в Google Play, но вы сами видели, вы сами свидетели. Я, сука, два раза пытался скачать, короче. Два раза пытался скачать игру, и хер там был. Вот такие вот дела. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Кому нравятся подобные видосы, поддерживайте лайком. Ваша поддержка нужна. Всем пока. Google Play летит в тартарары.